Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много из вещей. В том числе и клетка с этим самым. Попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке. Попугай, да. Но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Застрелила, нет. Съела, нет. Выпустила. И теперь сверху над городом. Время от времени с неба несется. На всех жителей, на все начальство. Конкретно с фамилиями. Посланные истребители вернулись ни с чем. Вот. А потом слышали потом, пролетая над Череповцом, посылаю всех к кедрёне матери. И что самое страшное, ему только 50 лет.